Ого-го! Капец! Чертову дюжину крыш сдуло в ураганный понедельник на Горноуральщине. Одна из них слетела с коммерческого банка в Арамиле и убила немолодого охранника финансового учреждения, который в непогоду вышел за порог, чтобы переставить автомобиль. Этот печальный список пополнили молодой крановщик, пенсионерка из Полевского и убитый воротами мужчина с Уктуса. В Сухом Логу свирепый ветер обезглавил спортзал местной школы номер 7. Сорванная крыша рухнула в школьном дворе. К счастью, совершенно безлюдно по причине подзатянувшихся уроков физкультуры на удаленке. Местные говорят, что позапрошлом году после ремонта сильным порывом ветра школьную кровлю уже сдувало. Из 13 сорванных крыш 7 до урагана прикрывали макушки социально важных объектов. В 5 городах и селах Среднего Урала. Дней в Ашайтанке ветер уронил кровлю со здания почты. В селах Никольская и Обуховская сдул верхушки с детских садиков. В Клевакинском со школы, а в Сухом Логу, кроме школьного спортзала, остался без крыши и стадион «Олимпик». Конечно, нужно срочные меры принять к таким объектам, к социально значимым объектам, где сорвало кровлю, чтобы не допустить протечек до момента его восстановления. Это нужно сделать сейчас, а не ждать, пока придут средства, которые будут выделены на устранение. Кроме социальных учреждений, от урагана пострадало полдюжины многоквартирных домов, еще больше частных изб. Особенно плохо, если пострадало жилье малоимущих и людей с недостатком денежных средств на восстановление. Здесь нужно в индивидуальном порядке оценить размер материальной помощи этим людям. Я подчеркиваю, людям малоимущим и малообеспеченным. Разумеется, весь этот урон меркнет на фоне 4 человеческих жертв. Как выяснилось сегодня, в переулке Низовой на окраине Екатеринбурга рухнувший под порывами ветра башенный кран не только погубил своего хозяина, 23-летнего рабочего, но и заплющил легковушку породы Hyundai. Кто ее хозяин, пока неизвестно, но губернатора ураганная трагедия на стройке крайне возмутила. Прошу следственные органы самым тщательным образом разобраться в факте гибели крановщика на производственной базе в Октябрьском районе Екатеринбурга. И почему, несмотря на предупреждение МЧС, человек находился на рабочем месте, здесь нужно детальное расследование. В Сухом Логу сломанная ветка тополя, залетевшая в окошко проезжавшего автомобиля, отправила в кому женщину. Об этом сообщил сам глава региона, уточнив, что женщина была в машине вместе с мужем и беременной дочерью. Кстати, сегодня региональное управление МЧС выступило с новым предупреждением о грядущей непогоде. По данным синоптиков, завтра в районе 2 пополудни в области ожидается ветреная погода с порывами до 18 метров в секунду, а ночью прогнозируются грозы и дожди. Скорее всего, стихийного бедствия, как в понедельник, уже не будет. Но на всякий случай МЧС советует автомобилистам не парковаться под деревьями, вблизи опор с рекламными щитами и у фасадов зданий, с которых иногда срывает крыши. А строителям рекомендуется повременить с работами на высоте.